Несмотря на откровенно скучное лето в нашем городе, программа «Party Time» продолжает искать интересные события. И сегодня всеукраинский фотопроект Galaxy Models of UA привел нас в «Панорама Лаунж». Сегодня в «Панорама Лаунж» проходит невероятно красивый и стильный проект «Бренд Фотошоу», организованный Galaxy Models of Ukraine. Аня, вот в преддверии очередного фотопроекта подумала о том, что мы сотрудничаем уже полгода. Практически такой маленький юбилей, и хотелось узнать у тебя, насколько далеко ты продвинулся в своей деятельности и какую ступеньку сегодня занимает Galaxy Models of Ukraine в городе Харькове. Да, сдвинулись мы довольно-таки далеко. Берем все новые и новые высоты. Казалось бы, уже как бы все, нечего брать. Нет, еще есть. Есть еще много идей, которые нужно воплощать. Мы их обязательно будем воплощать этим летом. Сделаем лето красочным, сочным, будут все довольны. И будем стараться делать каждый проект еще более таким сочным, чтобы люди, которые приходили к нам, получали незабываемое удовольствие и хотели прийти к нам еще раз. Это как бы самое главное, что нам нужно. Же бренд фотошоу считается фотопроектом VIP уровня, правильно? Это встреча VIP уровня, в которой принимают участие только известные бренды, известные фотографы, салоны красоты. Также с нами работает студия Positive Plus, которая сопровождает съемку проекта. Вот ранее у нас не был доступен кинотеатр Panorama Cinema. Сегодня он уже вполне готов принимать гостей. Здесь проходят и премьеры самых последних фильмов и в 3D. Каждая съемка в Палладиум-центре – это такое знаменательное событие. Здесь очень приятно проводить фотосессии. Наташа, в который раз приятно, что ты поддерживаешь все самые модные события в нашем городе. Сегодня панорама бренд фотошоу. Расскажи, какие платья ты сегодня предоставила моделям? Сегодня в основном это платья в пол, летние и прозрачные есть, легкие, которые можно одеть и на море, и под купальник, скажем так. И, конечно же, вечерние, которые можно одеть в ночной клуб, на какую-либо вечеринку, либо вечером прогуляться со своим принцем на берегу моря, в ресторан сходить. То есть и платья в основном легкие, непринужденные, то есть в них можно и свободно и двигаться, и танцевать, и сходить куда-то на пафосное мероприятие, и в то же время одеть его и прогуляться просто даже по городу со своим молодым человеком. Я знаю, что у тебя наконец-то открылся магазин. Расскажи, где можно найти тебя и твои творения? Мы находимся в площадь Розы Люксембург, центральный Макдональдс, торговый дом Павловский, третий этаж, и там увидите огромная табличка «Аулава». И туда к нам приходите и одевайтесь красиво, со вкусом и, еще раз повторюсь, оригинально. Сегодня фотосессия проходит в таком вот изысканном, роскошном интерьере заведения «Панорама Лаунж». Как вы считаете, как должна одеваться девушка в подобное заведение? Ну, это должно быть что-то невызывающее, что-то легкое, какие-то пастельные тона, ну, наверное, длинное.
что сейчас короткая более так вот отходит, да. Что-то на резиночках, что-то такое вот воздушное, что более женственное. А где можно найти вашу одежду, если наверняка нашим зрителям что-то понравится, они захотят ее приобрести? Можно приобрести в магазине «Бонита» на Конституции 1, который находится в арке «Дворец труда». То есть это все в наличии, все в одном экземпляре, постоянно пополняется коллекция, потому то есть будем рады вас там видеть. Анна, а как вы узнали о проекте Galaxy Models of Ukraine и почему решили принять участие в нем? Руководство нашей школы всегда старается подобрать нам такие мероприятия, которые будут реализовывать как-то таланты наших девчонок, открывать потенциал, будет интересно. Мы принимаем участие во многих проектах нашего города и вообще в светской жизни. Это и шоу различные, и отчетные концерты, и проекты. Вот такой фотопроект, как сегодня прекрасный, тоже заинтересовал наших тренеров и руководителей. Организаторы предложили просто очень креативную, интересную идею. И в дальнейшем тоже на перспективу рассказали, какие у них дальнейшие планы, очень заинтересовало. Это необычные у них идеи, поэтому мы первый раз сотрудничаем с ними, но надеемся на дальнейшее сотрудничество. Нам очень понравилось. Вообще интересно и легко было принимать сегодня участие, потому что после того, как ты в нашей школе усовершенствуешь свою фигуру и получается и гармония души и тела, как-то меняется походка, меняется осанка, меняется манера поведения. Это как не остается незамеченным для окружающих, особенно, конечно, для мужчин. Нам интересен проект Galaxy Model. Наши мастера очень талантливые, сегодня они реализовывают все свои идеи. Андрина, сегодня фотосессия проходит в таком вот изысканном интерьере «Панорамы Лаунж». И модели все одеты в вечернее платье, они на шпильках. В связи с этим, как ты формировала сегодняшние образы? Безусловно, я делала акцент максимальный на вечерний макияж, потому что вечерний макияж вполне соответствует данному интерьеру. Девочки все очень разные, я старалась максимально подчеркнуть их индивидуальность, максимально выразить их самые лучшие черты лица. И, безусловно, бесконечно благодарна проекту этому. Всем большое спасибо! Мария, расскажи, в каком стиле ты снимаешь? Я снимаю портретную съемку, снимаю деток, девушек, парней, неважно, love story, свадьбы, животных периодически. А какой самый любимый стиль? Я люблю на пленэре все-таки снимать, пейзаж, и девушки, парни очень красиво всегда. А понравилось ли тебе снимать в интерьере «Панорама Лаунж»? Да, мне очень понравилось, это хорошая была идея. Очень красивые девочки, интерьер супер вообще. Это очень хорошая практика, и будут классные фотки.
Сегодня фотопроект Galaxy Models of Ukraine проходит не только в Panorama Lounge, но и в Palladium Cinema, самом лучшем кинотеатре в городе Харькове. Если я вас перебью, я был во многих кинотеатрах Украины, я думаю, что наш кинотеатр лучше не только в Харькове, я думаю, лучше просто в Украине. Что же дает вам право называться лучшим кинотеатром в Украине? Вы знаете, во-первых, непревзойденное чувство комфорта, наши мягкие кожаные кресла, которые раскладываются, такого нет ни в одном кинотеатре в Харькове. Во-вторых, 3D-очки, то есть то, что многих смущает, у нас они выглядят вот так, вот они легкие, не натирают переносицу. Для тех же, кто носит обычные очки, мы можем предложить вот такие вот очки сверху, и, соответственно, качество нашего 3D абсолютно номер один. Вот. И еще одно преимущество, у нас есть третий зал, который называется «Париж». В этом зале, если вы уже видели все наши уже идущие премьеры, можно выбрать фильм на свой выбор. То есть вариант первый, вы можете позвонить и заказать его у нас заранее, вариант второй, можно будет принести его на Blu-ray диске. И я так здесь слышала, что, в принципе, одна компания может арендовать целый зал и смотреть одну семью или одну компанию, это правда? Да, это так, то можно красиво сесть вшестером, покурить кальян, попить виски, посмотреть хороший фильм. Дорогие дамы и господа, с удовольствием приглашаем вас в лучший кинотеатр Украины Palladium Cinema. Будем рады видеть вас у себя.